Вермут – ароматизированный травами и специями напиток, в основе которого лежат белые или красные вина. Крепится он нейтральным виноградным спиртом, и его ABV не превышает 22%. Вермут – это мечта травника, и у каждого производителя есть свой собственный и уникальный рецепт. Свежие сушеные травы, семена, коренья, цедра цитрусовых, специи, пряности и даже мед. Но обязательным ингредиентом всегда выступает полынь горькая и семейство артемиса. Именно она придает вермуту характерную пикантную горечь. Существует три основных стиля вермута. Extra Dry – это сухая категория белых вермутов, которая идеально вписывается в такие классические коктейли, как Dry Martini или Грязный Мартини. Bianco – сладкий белый вермут. Да, он слаще, чем Extra Dry, но не слишком приторный. Rosso – красный сладкий вермут. Такие напитки лежат в основе известных классических коктейлей Милано Торино, Американо, Негрони, Бульвардье или Манхэттен. Также в палитре вермутов можно встретить розовые, янтарные, золотые или рубиновые. Одни более сладкие или фруктовые, а вторые более горькие или травные. В чистом виде вермут прекрасно попивать из бокала, который максимально заполнен льдом и сильно охлажден. А в сопровождении к нему взять можно оливки, сыры или картофельные чипсы. Главное, помните, что открытую бутылку вермута нужно либо сразу выпить, либо хранить ее в холодильнике. Крепкого вам здоровья и до скорых коротких встреч!